Посмотрим, что ВК будет билдить. Конечно, сет у него уебанский, сет у него лузерский. С таким сетом сложно выиграть. Ну, впрочем, все в райскинге тут. С говношмотками бегают на интике. Бля, все людишки такие одинаковые. Вы заметили, что все в райскинге одинаково уебанские сеты используют? Причем большинство из тех шмоток, что в райскинге используют на интернешнале, они просто шмотки, которые поновее. Все людишки одинаковые. Похожие друг на друга. Именно какие-то все используют самые уебанские шмотки. Причем этот чел использует реально вот все самое уебанское. Шлем просто шок. Плечи, два камня положил, понимаете? Два камня по 50 килограмм положил на каждое плечо. Сверхразум, просто сверхразум. Два камня по 50 килограмм на каждое плечо положил. Ну вот это красиво. Что тут скажешь? Охуенно. Меч просто худшая залупа какая-то из конченного сета, походу из этого же. Ну, это, наверное, худший врескинг за весь турнир. Внешне. Он поменял меч или что, я не понял. У него был на превью другой меч. Ну, это тоже конченый меч, anyway. Неважно. Пиздец, бомжара. Посмотрите на него, посмотрите, как он выглядит. Вот эта вот накидка чисто... бабки с базара, и на плечах ебучие по 50 килограмм камней. Просто как-то уебищно выглядит. Кошмар! Хороший герочен. Вот и ваша игра закончилась, вторая. Только-только успев начавшись. Удачи, конечно, выиграть триплу против Dark Willow и Врайскинга. Сразу получили пизды, просто сразу. Просто полетел стан, сразу убили на фул хп. Ну что ж. Это была ошибка. За крипа задавился, получил стан, найс. Сильно скатана, ничего не скажешь. Первый уровень Dark Willow. Печально. ВК стик есть. Оп! Скелета поздно вызвал, как у меня. Реально поздно. Они догоняют. Сомнительный дайв. Супер сомнительный дайв. Чем он хилится стиком, если он мертвый уже? В чем прикол хилиться стиком, терять стик, когда ты уже умер, anyway? Зачем он сейчас задаивал настолько далеко? Стей скелетов поздно вызвал, хотя уже не решал. Все, решил так далеко давить. Тем более тощими героями такими. Почему он опять тут остается и просто фидит? Блять, что за хуйня? Две таких смерти дебильных, блять. Просто дебильных. Всего у него в сумме три, но две из них супер дебильных. Тут он задавил, хуй с ним, я не знаю, на ВК играешь, типа, да, давишь там постоянно до конца. Но две смерти просто остаться, и тебя приходят, забирают. Найс. Найс баг. Блять. Охуенная сетка. Теннисное поле. Шок. Минус 2 жизни, кулдаун 200, охуенно. Ничего не скажешь. О, великие силы. Торнадо 0 героев. Что происходит? Что это такое? Что это за фиг, бля? Ну... Лукера все КД. В целом... Скорее хуёво.
Хотя... Так они всех убили, получается. Тупо Бруда всех убила, лол. Лансер тоже умрет, 100% умрет. Бля, Бруда 14 уровня, алё. 14-го? Тут 7-е уровни. УВК Даггер на фаз закупил, но он не покупает. В принципе, правильно. Думаю, имеет смысл фармить только Радик, я уже говорил. Только если будет умирать, тогда можно купить. Кстати, он более-менее камбэкнул по уровню. Хоть что-то. Вы ставите на фаз закуп Даггер? Против любого пика, если вы, ну, очень сильно отстаете, вы ставите на фазакуп Даггер, покупаете только Даггер, если вы начинаете умирать, чтобы не потерять деньги. Зачем было покупать Даггер? Какой смысл? Он его никак не реализует. И в итоге намного более поздний Радик, когда Варскинг и так очень сильно отстает. А более поздний Радик означает более поздний 20 уровень, потому что, очевидно, Радик дает экспу. Ну, логично, если так подумать. С Радиком ты больше убиваешь и криповых героев. Бай, хороший ульт, лол. Вот только что ульт верно был реально охуенный. Минус кор сразу с ульта. Настоящего видят? Пизда настоящему. ГГ, в Варскине сейчас будет Радик. Ну типа он успеет сакр собрать до next fight. Это конец походу. Все, это 2-0. Типа я лансер собрал, лотар. Ясно, ясно. Ясно, тут даже против некого, тут, ну, против какого героя грейдит Silver Edge? Какой нахуй лотар? Что это вообще? Это ГГ! Все, это точно ГГ, 2-0. Ну беги к Рошану, алё, заебал. Не, все. Все, ой, бля! Ох! Тупо все! Тупо все! Тупо домой! Жалкие попытки задефать Рошана. С мертвой корой. Но этот ульт верно только что игру закончил. В кои-то веки Виверна дала ульт, который реально решил только что игру. Ну, вернее, закончил игру. Не то чтобы Дайя проигрывали, но этот ульт, это было просто... Это конец. Сразу минус Макин Кинг и начали фокусить лансера. Это был конец игры. Ну, выиграли даже без Радиант Кинга, грубо говоря. То есть... Бурда и Инвокер выиграли. Я бы сказал Бурда. Кстати, Бурда МП в этой игре. Бурда сделал просто нереально много. Я в ахуе с импакта Бруды. Она почти что в соло сделала. На самом деле, она сделала больше Инвокера в раза два, если честно. Ну, Инвокер тоже хорошо играл, но, по-моему, Бруда вот прям супер МВП. Она здесь файт внизу в соло выиграла буквально. Там была гениальная, ну, микро. Есть Аегис. Они успеют? Классический фид Аегиса. Не первый раз такое вижу у про игроков. Типа играешь охуенно, а потом получаешь Аегис и фидишь. Или наоборот, играешь супер хуёво, получаешь Аегис и anyway фидишь. Это что такое? Что у меня с дотой? Это что такое было? Я представляю, что у меня паук дома так делает. Стик без зарядов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Умрет, наверное. Умрет 100%. Нету зарядов. 9, 10. Ну да. Ну, даже не попытался, но, наверное, не было смысла пытаться. Хуёвый ульт. Хотя, этого хватило. Забавно, что ВК даже не нужен, настолько Дайер сильнее. Вы прикиньте, Дайер выигрывают вообще без кора. У них кора в игре не было, ну, мейн кора. Они выигрывают без изилайна. Без изилайна вообще. Насколько же Дайер сильнее, я охуеваю, блин.
просто сильнее, как команда. И теперь я чувствую дауном себя уже, что я поставил, ну, в первой игре, просто как бы, ну, на более сильный пик. А что толку, что пик более сильный был у Radiant в первой игре? Что толку? Вы понимаете, насколько Dire сильнее, как команда? Они выигрывают без Изилайна. Они могли бы взять на Изилайн Течиса. Что бы изменилось? Подумайте! Подумайте! Они могли бы взять на Изилайн, не знаю, Vengeful Spirit, как Кэрри. Что бы изменилось? Тоже был просто бы герой, бегал бы крип со станом. Что бы изменилось? Пиздец, они выигрывают без Изилайна. Это жесть. Просто Бурда и Инвокер выигрывают, а ВК, ну, просто в игре есть. Шок. ВК БКБ собирает, супер ошибка, разумеется. Сразу видно, нету опыта на ВК. Все, что ему нужно, это держать стик. А если ты хочешь как бы не умирать, собирая ганем. Но как бы у челика нет опыта, это понятно. Вы понимаете, чтобы не умирать против моноберда, вам нужно аганем собрать? Вы знаете, как это работает? Если кто не в курсе, объясняю. Вы собираете аганем, вам выжигают всю ману. Вам выжгли всю ману. Вы перерождаетесь иллюзией, очевидно. Ну, то есть вы не перерождаетесь, вы, короче, иллюзией становитесь. То есть вы умерли, но вы иллюзия. Иллюзия живет там 7 секунд вроде. И вы в последнюю, в 7 секунду нажимаете грейжный стик 20 стиков. Иллюзия пропадает, но у вас мана появляется. И в Race King перерождается. То есть собрать БКБ, это нужно быть дауном, не понимать, как играть на Варискинге. А ганим намного лучше просто, чтобы не умирать против моноберна. То есть, ну, вообще БКБ собирать на ВК это настолько редко надо, что, ну, очень редко. Пересчитать можно по пальцам. Пики, против которых БКБ имеет смысл. Против этого пика точно не имеет смысла. Вообще ноль смысла, ноль, ноль. Не хочешь умирать против лансера? Собери аганим. И команде полезно, и лишний, как бы, ну... Грубо говоря, ну, пока он иллюзия бегает с аганима, да. Эвол, что? А что здесь сдохло? Пока он бегает иллюзия с аганима, это он еще может лишний дэмэдж нанести, там, с радика, ударами и т.д. То есть, попросту БКБ собирать, ну... Ты сразу палишься, что ты нуб на ВК. Что ты просто нубас. Пиздец, 8-0-11, кидай 19. Тупо батя. На тот самый африканец. Когда первый раз увидел его ник, я подумал, ну, никнейм как будто какой-то вождь африканского племени. Да все, ливайте, конец, алло. Вы видите, что там происходит? Вы видите и ты мы противника? Минус Чен сразу. Куда он делся? Найс лаги. Найс, найс. Ну это уже точно конец. Пора уже ГГ писать. Лина хочет девятую смерть. Эх, жаль. Не хватает одной смерти до моего предикта. Я говорю, что у нее будет 10. Хотя тут у всех почти 10. ВК так и сыр не нажимал? Ха. Типа, а зачем? Бля. Торнадо по рульже, верно? Подпортила! Лансер в хексе, стан, не по таймингу, ну ладно. Этого хватило. Ну все, буквально 30 секунд. До вылета Radiant. Или меньше, нет, 10 секунд. Наконец-то. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, сука! Максимально заслуженные 2-0. Radiant просто ужасно. Как бы в первой игре у них было дохуя шансов. Но... Даже не то, что Radiant ужасный. Как бы даже сказать... Вот этот их игрок... Да не только он. Короче, Radiant ужасный.
Ну, первую игру закинул лично, вот этот вот Mid One. Первую игру закинул лично Storm Spirit. Повторюсь, эта игра была выиграна даже без Vrace King. То есть Vrace King, ну, к тому моменту, как игра уже была, в принципе, почти что выиграна, Vrace King к этому моменту ничего не сделал в игре. Ничего. Что он сделал в игре, это он проебал выигранный лайн. Игра началась с 2 киллов, Vrace King умер 3 раза подряд после этого. Такой бред. То есть, грубо говоря, и потом всю игру просто афкашил и пытался камбэкать. Выиграли Брудой и Инвокером. Даже без изи-лайна выиграли. Настолько Дайер сильнее, что они выиграли без изи-лайна, по сути. Они могли иметь там любого героя, и получается, конкретно эту игру они бы все равно выиграли. Такое ощущение, что мог быть Тэчес, и они бы снова выиграли. Что там был за донат? Го финал виноров прокомментировать, ради работяг. Не-н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 е. Ты имеешь в виду следующую игру? Не-не-не-не-не-не. Ноль настроения и не. Мне же надо еще завтра комментить, пойми. Мне надо комментить минимум по 5, то есть гранд-финал. Если я прокомменчу еще одну сейчас ночью, то у меня завтра будет 0 сил комментить по 5. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.